привет! И рада вас снова приветствовать на своем канале. Я решила записать видео и не пристегнуться. Решила записать для вас небольшое видео, потому что, наверное, последующие видео будут уже из другой страны. Я кое-куда лечу. Я уже летала не раз в эту страну. Но, вы знаете, видео почему-то для своего канала никогда не снимала. Вот сама не знаю почему. Я в этот раз буду все снимать, потому что поездка должна быть очень интересной. Я пока не буду говорить куда, но все равно. Так, а куда я? Поеду сначала, наверное, на рынок. Я решила перед поездкой проверить свой новый телефон. Мне муж подарил подарок на 14 февраля, но подарил раньше, чтобы я его успела изучить, успела к нему привыкнуть до поездки. Потому что 14 февраля у нас уже завтра, и я лечу. Восьмой Samsung, поэтому, насколько я была наслышана о камере, это вообще первое видео, которое я снимаю, была наслышана, что камера неплохая. Очень-очень даже. И стабилизация хорошая, так что теперь, ребят, у нас просто на кольце заторище в 9 с копейками утра. Вот, стабилизация хорошая, так что теперь не будет меня так сильно трясти, я думаю. Конечно, положение, с которым я снимаю сейчас видео, очень выгодно, просто второй, третий, четвертый подбородок, перевязанный шарфом, это, конечно, шарфом. Да, короче, ладно. И я тут еще разнашиваю свои новые бутсы. Я показывала в предыдущих видео с заклепками, с шипами, такие веселенькие. Потому что ходить одно дело в них, а вот водить вообще другое. Я вообще не представляю, как водят на каблуках. Вот как водят на каблуках, объясните мне. Я не могу себе этого представить. Я вообще педали не чувствую. То в этих у меня каблук, наверное, 3 сантиметра и такая подошва нечувствительная. И вот придется привыкать, потому что у меня всегда есть сапоги и летняя какая-то обувь. В летних сандалях вообще удобно ходить. В которых я чувствую педали очень хорошо. И я себя таким образом разбаловала, потому что с первых дней, как только начала водить, водила в очень удобной обуви на тоненькой подошве, даже зимой. Вот, я могу доехать куда-то, где мне нужно, например, появиться на каблуках, но я каблуки забрасываю в машину и приезжаю удобно такой на тоненькой подошве, переобуваюсь. В общем, разбаловала. Наверное, кто изначально на каблуках начинает водить. Ну, блин, я не представляю, на каблуках никогда не буду водить точно, мне бы еще на этой толстой и мощной подошве научиться. Ну вот, вроде как веду. Такие, короче, пироги. Так как полетаю завтра, сегодня лучше всего утром сделать кое-какие дела. Кое-что купить, докупить, прикупить. Вот, припарковались. Посмотрим, что у нас на рынке. Мне нужен яркий шарф, потому что я вся в черном. И я очень хочу себе купить яркий шарф. Но в городе вчера шарфы были только черные, серые, бордовые, коричневые. Все. Все. Зачем яркие цвета нужны? Не нужны. А, почему я в очках, да? Я не сказала, я извиняюсь. Прошу, звонит меня за темные очки. Как-то глаза не показывают. Просто они накрашены, не хочу я краситься. Когда выезжаю тут по району быстро. В Италии началась пора карнавалов. Вот так у нас украшены большие супермаркеты. Очень много продаются конфетти разных масок. А это традиционные
карнавальные сладости, которые называются буджия. В общем-то, это напоминает хворост. По фритюре жареное тесто, посыпанное сахарной пудрой или политое шоколадом. Достаточно калорийная бомбочка такая, подают в период. Вкусно, конечно, но я предпочитаю все-таки не покупать. Вернулась я домой, хорошо съездила, покупки совершила, купила яйца, тряпочки для столов, закончилось мыло для посудомойки, вот такое от Фэри купила, также грессини, самые тонкие, самые хрустящие, самые вкусные, туринские грессини Роберто. Купила вот такие новые, еще ни разу не пробовала, конфетки, сицилианский мандарин. Сицилианский или сицильский? Короче, из Сицилии. Паленту небольшую, которая достаточно быстро готовится. Такие в Карифуре подаются сыры. Это у нас гауда. Маленький кусочек, поэтому стоит так дешево. Это у нас фонтина. Пимонский тоже сыр. Горгонзола. Так, еще я купила себе новый ковер для нового телефона. Это итальянская марка, называется Гущо. Гущо, я такое еще не знала, не слышала никогда. Кто-то любопытный пришел. Гущо такая, значит, производится в Италии. Мне девушка сказала, что этот дизайн нарисовал, составил какой-то молодой художник итальянский. Потом они его напечатали. Такого очень хорошего качества у нас получается здесь ковер. Нравится мне сейчас такой стиль. Очень даже. И я люблю такие коверы, когда телефон полностью защищен, а сюда я могу складывать билетики, деньги и карты банк, ну, банковские, да, скажем так. Все отделы, все проверила, все отлично сделано вообще. Такой классный ковер. Конечно же, не могла не зайти в Stella Zeta, магазин, где продают много всего интересного. У нас там еще идут скидки. Я купила в этот раз, била себя по рукам, чтобы опять не начать скупать бижутерию. Купила вот такой синий шарфик себе. Он достаточно ярко выглядит, яркий шарфик к черному пальто, чтобы как-то синий такой, голубой красивый цвет. Будет освежать лицо, и я не буду полностью вся в черном. Он, получается, шел по скидкам, пока у нас скидки не закончились, до конца февраля, до начала марта. Изначально он стоил 15 евро, я его купила за 5 всего лишь. И купила вот такие прикольные, необычные сережки. Это их задняя часть, а это передняя. Написано, что вот эти камушки цирконы. Получается... Изначально цена была 6,99, а со скидкой 2,10 всего лишь. То есть эта часть будет передняя, дальше идет ухо, и из-за уха выходят уже вот эти штучки. Также в Stella Zeta еще по скидкам я прикупила себе вот такую серьгу. Серьгу, короче, которая одевается полностью на ухо. Как обычно, была 6,99, потом за 2,10. Я купила такой нежный розоватый цвет, одевается полностью на все ухо. Смотрится очень красиво. К лету купила себе вот такие белые перышки. Белые длинные перышки. Серьги также, они за 2,10 получается. Пока скидки воспользовалась в этот раз. И также за 2,10 вот такие простые сережки черные. Думаю, что классно будет смотреться. Полюбила этот магазин, особенно его скидки. Вот такие у меня покупки на сегодня.
Так, обед у нас сегодня будет очень легкий, потому что вечером мы идем ужинать китайцам. Поэтому на сегодня у нас будет только салатик. Я однажды уже снимала видео, как именно готовится этот салат. Здесь нужно всего три ингредиента, ну, четыре, потому что еще оливковое масло. Грецкий орех у нас идет, пармезан, ну, в данном случае все-таки грана падана, он моложе и менее соленый, более приятный. И свежий сельдерей. Все режем, заправляем оливковым маслом, даем там настояться 20-30 минут, и сытный салатик готов. Сытный и очень вкусный. Вот она, я наконец-то могу нормально перед вами появиться в этом видео впервые. Накрасилась, собралась. Кстати, эта помада красная марки It Style, это лучшая матовая стойкая помада, которая не сушит губы и делает такое бархатистое покрытие. И пока вы не съедите что-то жирненькое, помада не сходит. Вот, хотела вам рассказать, просто зачем искать какие-то дорогие марки, которые все равно пересушивают губы, когда за 9 евро можно купить такую помаду, которая просто отличного качества и выполняет все свои функции так, как следует. Собрала чемоданы, наконец-то, вроде ничего не забыла. Позанималась спортом, все болит. Ну как, не болит такая усталость. Сижу, жду мужа с работы и поедем уже ужинать в Китайку. Миша, Миша, которые выдают себя за японский ресторан, ну как обычно. Китайцы выдают себя за японцев. Требуется мне сегодня белка после занятий рыбы на гриле. Вот. Ну все, увидимся, я думаю, уже там. Так, начинаем мы, так скажем, с легкого, потом дойдем до гриля. И что мне сегодня больше всего нравится, рабочий день и ресторан полностью для нас. Полностью пустой.